ओम नमो भागवते वाुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भागवते ओम नमो भगवते वाुदेवाय नमो भागवते वासुदेवा Сегодня мы прочитаем из Бхагавадгиты вторая глава, текст 66. Насти, Будхир, Аюктася. नास्ति बुधिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शञ्चिर् नच्छभावयतः च भावयत शञ्चेर् शि अशन्तस्य कुतः अशान्तस्य कुतः सुखम् अशन्तस्य कुतः सुखं नास्ति बुधिरयुक्तस्य नास्ति बुधिरयुतस्य न च युक्तस्य भावना न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शन्तिर् अशाथ कुतः सुखम सुखम नस्रुक्स नस्ुत न चुकस भावना चुकना न

Nasti buddhi ayutasya Nasti buddhi rayuktasya Nacha yutasya bhavanam Nacha yutasya bhavana Nacha bhava yatak Nacha bhava yatak shantir Asatansya नास्ति बुधिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना च भावय तः सञ्चिर् Nasti buddhi rayuktasya. Nacha yuktasya bhavana. Nacha yuktasya bhavana. Nacha bhavayet shantir. Ashantasya kutakh sukham. Nasti buddhi rayuktasya. Насти Будхира Юктася Нача Юктася Бхавана так Нача Бхавая так шантир Еще раз. Правильно прочитал. А -да а -да На, На асти не существует, существует. буддхи, духовный разум, Аюктася. А а того, того, кто не связан с сознанием Кришны. На, На не. не ча, ча. и аюктася того, того, кто лишен сознания Кришны. Бхавана сосредоточение ума, сосредоточение ума в счастье. На, На. Не. не ча, ча. и, и. абхаваятага Абхава того, кто неустойчив. неустойчив. Шантихи, Шантихи. Шанти покой. Ашантася, Ашантася лишенного покоя. покоя. Кутага. Где? где? Сукхам. Сукхам счастье. счастье. Перевод. Тот, кто не установил связь со Всевышним в сознании Кришны, не способен одухотворить свой разум и сосредоточить ум. Такой человек не знает умиротворения. А без умиротворения, разве можно быть счастливым? Шилупада комментирует. Тот, кто лишен сознания Кришны, не знает умиротворения. В пятой главе Бхагавадгиты, стих 29, сказано, что подлинное умиротворение человек обретает только тогда, когда поймет что Кришна наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами всего аскетизма, что Он верховный повелитель всех планет во Вселенной и истинный друг всех живых существ. Если человек не обладает сознанием Кришны, его ум будет бесцельно блуждать, не приходя ни к какому выводу. Все беспокойства ума вызваны отсутствием высшей цели – и когда человек наконец понимает, что Кришна ⁇ верховный наслаждающийся, владыка всего сущего и друг каждого, его ум успокаивается, и он обретает умиротворение. Вот почему тот, чья деятельность не связана с Кришной, всегда чем-то обеспокоен, чем бы он ни занимался и как бы ни пытался создать видимость умиротворенности и духовности. Сознание Кришны ⁇ это естественное умиротворение, обрести которое можно только в общении с Кришной. <клес> Омагиана Тимирандесия, Гиананджина Шалакая. चक्षुरुन्मिलितां हि न तस्मै श्रीगुरवे नमः नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि च नामिने नमस्ते सरस्वातिदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनिचानन्द श्रियाद्वैतगदाधार शिवासजिगौरभक्तवृन्द Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нача Будхира Юктася, Нача Юктасья Бхавана, Нача Бхавая Так Шантир, Ашантасья так Сукхам. Тот, кто не установил связь со Всевышним в сознании Кришны, не способен одухотворить свой разум, и сосредоточить ум. Такой человек не знает умиротворения, а без умиротворения разве можно быть счастливым? Так, в конце второй главы Бхагавадгиты Кришна затрагивает необходимые условия того, как можно быть счастливым. Вот вы обратите внимание, мы снова и снова затрагиваем эту тему счастья и как его достичь. Как его отличить от ложного, материального счастья, видимости так, такового и что такое настоящее счастье? Так вот, здесь Кришна объясняет, что счастье без умиротворения не достичь. То есть, иными словами, человек, если он взбудоражен чувственными наслаждениями, какими-то событиями, какими-то. А, ему обязательно нужно насыщать свою жизнь каким-то восторгом, переживаниями, вот. Но мы обсуждали на первой лекции, что, а, лекс, что а, счастье, материальное счастье, обязательно сопряжено с какими-то а, страданиями. Вот. Либо это предварительная плата, то есть это то, чем ты оплачиваешь получение какого-то материального удовлетворения, либо в процессе такого материального счастья, которое тебе приходит само по себе, ты испытываешь э, какие-то неудобства, подобно тому, как в сладкий рис бросить песок, землю, то э, когда мы едим сладкий рис, э, вот этот э, песок будет доставлять неудобства, и полностью удовлетворение мы не можем испытать. Вот это мы обсуждали в самом начале, объясняя разницу между духовным и материальным типом счастья. И здесь Кришна произносит, что важным условием для обретения для возможности испытать часть является умиротворение то есть спокойствие ума и а, человек который а, способен испытывать умиротворение это происходит благодаря тому что он способен сосредоточить свой ум успокоить свой ум потому что а, беспокойство отсутствие умиротворения вызвано беспокойным умом. Вот, разными желаниями, разными а, а, пере, переживаниями и так далее. Вот. Но способность сосредоточить свой ум, объясняет Кришна в этом стихе, видите, это цепочка одна за другим, возникает у того, кто находится в сознании Кришны. И как результат того, что он находится в сознании Кришны, он способен одухотворить свой разум и сосредоточить свой ум. Только благодаря тому, что он находится в сознании Кришны. Вот об этом мы сегодня поговорим. Как на самом деле сознание Кришны одухотворяет разум человека, как помогает ему сосредоточить ум и как результат он достигает умиротворения, в результате которого он по-настоящему способен испытать счастье. Здесь сознание Кришны Шилпру, Кришна использует слово «юкта». Да? Юкта, соответственно, тот, кто не находится в сознании Кришны, это аюктасия. Тот, кто не находится в сознании Кришны. Сегодня утром мы разбирали вот этот принцип юктовой раги. Юкта означает в данном случае связь со Всевышним. То есть отречение находясь в связи с Господом и делая это ради Него, связывая все с Господом и тем самым не, свя... не пытаясь связывать это с самим собой. Вот. И тот, кто не находится на такой стадии, тот, кто не способен видеть то, как правильно вовлекать в предное служение все, что его окружает, самого себя, объекты и субъекты, он, соответственно, не способен одохотворить свой разум. Его представления о материальном мире продиктованы иллюзорными представлениями о том, что все это предназначено для его наслаждения. И как результат, пытаясь действовать в таком ключе, он испытывает всевозможные беспокойства, которые обязательно приносят ему материальную энергию. Вот, потому что как мы обсуждали ранее, материальной энергия является прокрытие энергией, но не живого существа, а верховного господа и само живое существо тоже является прокрытие, оно тоже является энергией и одна энергия не может подчинить себе другую энергию. они обе являются а, слугами верховного Господа. он обладатель и повелитель этих энергий. поэтому, Несмотря на то, что живое существо является высшей энергией, но вот это относительное превосходство все равно не дает ему ни права, ни объективной функциональности использовать низшую энергию на свое удовлетворение. Она по умолчанию не подчинена живому существу, а ей не предназначен для его удовлетворения. Поэтому, находясь в таком ложном концепции, живое существо, пытаясь наслаждаться материальными чувствами через объекты материального а, наслаждения имеет неверные представления относительно а, всего, что его окружает, и а, пытаясь наслаждаться, живое существо а, не способно сосредоточить свой ум на в Читанчире Тамрите... Что это за суки? Uh, Gosvami, uh, объясняет эту формулу. Кришна Бхакта Нишкама Атаева Шанта Бхукти Мукти Сидхи Ками Сакали Ашанта Кришна Бхакта он является нишкама, он не обладает никакими материальными желаниями. Вот. Нишкама. Вот. Материального желания, э, стремление наслаждаться самому материальными у него отсутствует по определению. Поэтому Атаева Шанта, он полностью умиротворен. Это результат его такого философского жизненной позиции. Я служу Кришне. Вот. У меня нет материальных желаний, как результат, Шанта он умиротворенный. Вот. Такую умиротворенность демонстрировал. Э, Прохлад Махарадж, когда Хирани Кашибу пытался его убить всевозможными способами. Ни возмущения, ни сопротивления, ни страха. Никакая негативная эмоция вообще не, как сказать, не посещала его. Вот. То же самое происходило в случае с, с другими великими преднами, как... Хридастакур, которую избивали на 22 рыночных площадях. Ни тени, ни желания сопротивляться, ни защищать себя и так далее. Вот. Все потому, что они, не обладая материальными желаниями, не теши никаких надежд на это материальное тело, что оно должно приносить им только счастье. И как это так, что кто-то причиняет мне страдания, не испытывали вот таких вот ожиданий, чаяний, связанных с материальным телом, и как результат были умиротворены. Кришна Нишкама Атаева Шанта. Но далее с другой, с противоположной стороны описывается, контрастно. Бхукти, те, кто очень хотят наслаждать свои чувства. Мукти, те, кто хотят обрести освобождение, имперсоналисты, Сидхи ками. Сидхи это те йоги, которые хотят обрести мистические силы. И те, и другие и третьи чего-то хотят, и хотят того, что предоставляет им материальная энергия. Либо грубое чувственное наслаждение, либо а, контрастное избавление от а, того, что предоставляет материальная энергия, то есть освобождение. Вот. Либо а, вот эти сверхспособности да, стать. Суперменом, там, Свер... э... ге... как, как это называется, сверхгероем, да, как-то вот современные фильмы. Ладно, да, супергероем, Супер да, Супер да. Супер да, вот, то есть тоже определенное желание. Вот ради этого а, такие люди совершают суровые аскезы, вот, и мучая свое тело и пытаясь достичь определенных, вершин в обладании такими способностями, ситхами, либо действительно достичь освобождения, потому что их желание продиктовано негативным подходом к материальному миру. То есть они не бухти ожидают наслаждения от материального мира, они негативно отталкивают материальный мир, и это тоже желание создать себе лично покой и уют, и не быть связанным с материальным миром. Но желанием служить Кришне у них нет. Поэтому Сакали, Ашанта все они, все эти три категории полностью всегда используют, испытывают беспокойство, они а Ашанта. Вот. вот это свойство того, когда живое существо испытывает материальные желания. Грубое или тонкое, оно становится беспокойным, ум не, ур, не умиротворен, не сосредоточен на Кришне, и а, они не обладают духовным разумом. То есть даже а, имперсоналисты, про которых все-таки великодушно можно бы было подумать о том, что ну, каким-то духовным-то разумом они должны обладать, все-таки у них не материальное такое грубое устремление, а некое такое духовное желание слиться с браманом, но все равно это эгоистичное желание. Они лично себе хотят что? Слиться с, с сиянием Всевышним, тем самым уравнять себя в положении. Да? Когда ты сливаешься, ты уже как-то вот фактически одно. Я есть он, он есть я, мы, как сказать, слились друг друга, и уже разницы нет. Фактически на одном уровне находимся. И это вот желание соперничать с Богом, то есть это личное желание достичь каких-то высот, которые просто уже не принадлежат материальному миру. Они не находятся в рамках реалий материальной вселенной, где ты там достигаешь богатства, красоты, высокого положения, образования. Это уже за пределами, но на самом деле все равно лично для себя. Почему лично для себя? Потому что это вопреки нашей татве, нашему положению и вопреки желанию Господа. Наше положение какое? Кришна говорит, Мамай Вам шоу джива луке, Джива бутах санатана. А живые существа в этом материальном мире являются моими неотъемными, вечными неотъемными частичками. Частичками, а не то, чем а, кто может со мной соперничать, слившись со мной и уравнявшись со мной в положении. Нет, они частички, вечные частички. И а, его личное желание, вопреки которому действуют а, имперсоналисты, это, а, Кришна говорит это в известном стихе 18.66, «Сарва дхарман чья мамы раджа». Кришна объясняет, фактически приказывает, оставь все эти методы а, благочестивого благочестивые методы устроиться хорошо в материальном мире, разные виды дхарм, способы, так сказать, облагородить свое материальное существование и просто предайся мне. Вот это его прямое желание. Поскольку имперсоналист не действует таким образом, он действует уже по своему собственному усмотрению. Действовать по своему собственному усмотрению в принципе опасно. Кришна говорит тоже в конце 18 главы. Сарвадургани, си, матханкарам, си, си. Если ты будешь действовать, полностью находясь в сознании меня, в сознании Кришны, Мадчитах, в сознании Кришны, то Сарва все препятствия, все трудности в твоей жизни, Мат по моей милости, таришься и полностью устраняться. То есть, находясь в сознании Кришны, это значит узнать, чего Кришна хочет, и действовать так, как он меня, что он от меня ожидает. Вот это называется сознание Кришны. И просто благодаря такому подходу у человека решаются все проблемы. Сарва дургани, мат просада тари. Все, все, трудности, все препятствия по милости Господа, мат просада, по моей милости, говорит Кришна, вторичности устраняются. И это не какое-то общее заявление. Кришна подтверждает это в 9 главе Бхагавадгиты. Еджанах пасаты, yuktanam, яхам. А, тот, кто а, преданно служит мне, причем на уровне ананья, не желая ничего другого. Аня, Аня значит другое, Анна, -ан -ан Ня, -ан ничего другого, кроме Кришны. То есть только Кришна, только выполнение то, что Он хочет, то, что Он а, воспримет как преданное служение ему. Еджанах ты шам нам таким преданным. Я даю то, что им не достает, йога и кшема, и сохраняю то, что они уже имеют. Вагам ягам. Я лично сам Кришна говорит, первое лицо — единственное число. Вахам-ягам — первое лицо — единственное число. Это значит, Он Сам лично. Да, Он это делает. То есть, таким образом преданному не о чем беспокоиться. Кришна, благодаря тому, что преданный служит бескорыстно, немотивированно, Кришна лично уже обеспечивает его всем необходимым. Всем необходимым – это значит все, что ему будет необходимо для того, чтобы продолжать преданное служение. Не то, что материалистичный ум может надумать. «Кришна, я тебе служу, а почему бы тебе не дать мне какой-нибудь там Бентли какой-нибудь, да, или там дворец где-нибудь там на богамах. Нет, это является, не, обязательно, не, обязательно, не является обязательным условием для того, чтобы оставаться в сознании Кришны. В сознании Кришны можно и с более простой машины, если сама машина необходима. Можно и с более простой машиной продолжать оставаться, если вообще она нужна. И условием для нахождения в сознании Кришны не является наличие Дворца, тем более на Богамах. Да? Ну, это так. Утрированный пример, но чтобы принцип мы поняли. Таким образом, материальный ум может что-то надумать и ожидать, что Кришна нам что-то, оказывается, не дает. Но в действительности Кришна терпеливо дает нам все, что нам необходимо для того, чтобы мы оставались в сознании Кришны и хорошо его практиковали, успешно продвигаясь в сознании Кришны. И если даже мне что-то не приходит, то, как объясняет Шилгрупада в лекциях с 59 по... 69-й, которую он давал в Нью-Йорке по этим стихам, он объясняет, что преданный, а если у него что-то хорошее происходит, то, что человек воспринимает как счастье, он а, заслуги отдает Кришне. Это милость Кришны. Вообще-то я не заслужил это. Вот. Я вообще-то великий грешник, и это великая удача и огромная милость, что у меня даже это есть. Но если с ним происходит что-то плохое, он а, понимает, вообще-то это заслужил, и именно милостью Кришны я огражден от необходимости страдать еще больше. Вот реально я бы мог еще серьезнее страдать. бывает ситуации куда хуже. И это происходит сплошь и рядом с другими людьми. Это не какая-то теоретически выдуманная ситуация. Это происходит. Но по милости Кришны моя ситуация значительно проще. У меня есть где жить, у меня есть что кушать. Если, как сказать, разобраться, у меня всегда найдется время, чтобы воспевать святые имена, слушать о Кришне, общаться с искренними преданными и так далее, и так далее. Это все, что необходимо для того, чтобы оставаться в сознании Кришны. Другое дело, если у нас есть другие цели. Которые связаны с материальным наслаждением. Но здесь уже а, Кришна не обязан нам давать это. И мы здесь исключительно полагаемся на свои а, кармические заслуги. Вот. Вот. То есть, если нам это положено, то а, нам это придет. Вот. А если нет, то значит мы не заслужили. Вот. И. А, так вот, матчатах Сарадургани, от прасада таришаси. По моей милости, ты сможешь преодолеть все трудности. Вот если будешь оставаться в сознании Кришны, матчатах, в сознании меня. Адхачет вам аханкара, но если ты будешь полагаться на свое собственное ложное эго, решать, я сам знаю, вот, мне лучше знать, у меня свои планы Кришны, наш Рушьяси, вина к ты ничего не достигнешь, но лишь потеряешь себя. Вот это вот, как сказать, знаете, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, сам погибнешь, как в блинах. Не знаю, как вы это переведете, но а, суть такая, что это принципиально а, кардинально отличающиеся направления. Да. Это объективная дилемма для живого существа, либо выбрать Кришну, и у него будет все хорошо либо решать Кришну не выбирать, и у него объективно, обязательно будет все плохо. С, не, с и временными проблесками, какими-то облегчениями а, всех трудностей. Шупада объясняет, что материалисты называют счастьем то, что является временным ослаблением страданий. Вот это они называют счастьем. Вот. Таким образом, вот этот подход, понимая, как Кришна заботится обо мне и что мне достаточно всего лишь оставаться в сознании Кришны, и у меня все будет необходимое. Какой стих вспоминается в этой связи в самом начале читания Чаритамриты? Дайте тогда я сам вспомню. Вылетело тоже из головы, но перевод такой, что если челку достаточно... А! Шрад шабды Шабде, Бешва Сакахе, Судрида нищая. «Кришна-бхакти-кайла-сарвакарма-критаха». Шрадха или твердая вера – это твердое убеждение, нишчая, значит, очень твердое убеждение, что мне достаточно всего лишь быть в сознании Кришны, качественно быть в сознании Кришны, только вот на одно это быть направленным, то а, все остальное автоматически будет выполнено. Автоматически. То есть мне не нужно быть в сознании Кришны, потом отрываться от сознания Кришны и бежать, доделывать какие-то другие, выполнять другие долги, обязательства и так далее. Это попутно происходит вместе с сознанием Кришны. А если что-то я не доделываю, ничего страшного. Почему? И это вселяет твердую веру и как результат умиротворения в преданном. А без мира невозможно счастье, и в результате делает его счастливым. Почему? Об этом подробнее говорит Нарада Муни в одиннадцатой песне Шимандбагаватам. Деварши бхута птраннринам петринам накинкаро наямриничараджан шаранам шараням гато мукундам парихритьякар картам тот, кто полностью и целиком вручил себе Верховному Господу а единственному, который достоин того, чтобы ему себя вручить, он является шараней, тот, кому обязательно и нужно вручать себя. Не полубог, не сильный мира сего, а именно Кришна является шараней, тот, кому нужно шаранам враджа, вручить себя. Вот. И как это сделать? Сарватмана. Сарва-атмана. Из шестой главы Бхагавадгиты мы узнаем, что слово «атма», как переводится? Все? Атма. Рад Прабу. Приходите на помощь. Душа, тело и ум. Да? То есть тело, вручить свое тело, занять чу органы чувств служения а, Господу, занять свой ум в служении Господу и занять себя как душу, свои желания, чаяния, устремления то есть именно душа обладает желаниями, стремлением к чему-то. То есть на всех уровнях, на всех трех уровнях занять свое, себя преданному служению, сарватмана, якшаранам шаранем, то тогда какой результат происходит? Деварши, бхутаптанринам, петринам, накинкаро, наимрини, чараджин. То есть человек сразу же освобождается от обязательств и долго перед а, всеми этими живыми существами полубогами, дева, риши, великими мудрецами, знанием которым мы пользуемся. Бхута ⁇ это разные живые существа. Овцы дают нам шерсть, корова дает нам молоко и так далее. Это не просто так вообще. Это вообще-то ну, нужно быть благодарным за это. Апта ⁇ родственники, которые нас воспитывают которые дает нам образование, дает нам поддержку. Иногда просто вот приезжаем к маме, и мама нас обеспечивает. Да? Вот, не захотелось вашими жить, допустим. Приезжаю, мам, прими меня. Вот. И, так сказать, она, да конечно, сыночек, живи у меня. Вот. А просто так, на самом деле, с точки зрения вот, строгой, предположим, кармы, это тоже а мама продолжает предоставлять место, где жить, условия. За это нужно быть благодарным, это мы обязаны ей. И много-много подобных примеров. Нри нам человечество. Мы живем, допустим, в городе, какие-то люди подметают улицы. Благодаря каким-то людям у нас есть электричество, потому что они посреди ночи готовы броситься и починить все это, если авария. Много-много таких примеров. Вот. Предки Петрина. Наши предки, особенно те, кто родились в аристократических семьях, для них это особенно контрастно проявляется, что они приходят в эту семью уже на всем готовом и пользуются уже. Потому что там есть и аристократическое положение, и определенное влияние в обществе вот этого семьи и так далее. Так вот, человек по отношению ко всем этим живым существам уже не несет обязательств. Просто благодаря тому, что он полностью на всех трех уровнях Сарватмана вручил себя Господу. Вот он а, на кин не является слугой не прямо сейчас, или и не потом на Ямрине. Рини значит должник будущем. Вот как ипотека. Живем сейчас, а выплачиваем потом. Да? Вот. Так вот, обладая таким знанием, что ему достаточно э, преданно служить Господу благодаря этому он имеет такую твердую веру что этого достаточно мне чтобы просто служить кришне и все остальное меня не, не, в принципе не должно беспокоить я в принципе уже не должен а, на уровне кармических обязательств да, это делать естественно предвосхищая возможные возражения это вовсе не означает что мы должны бросить свою свою семью детей и так далее нет. Это означает, что человек а, как минимум не должен чувствовать гложащее его такое чувство, ну как же там без меня, а, те или другие там, ну преданные, допустим, ведической а, истории, они без сожаления оставляли, а, допустим, свою семью, но для того, чтобы посвятить себя полностью преданному служению, как госпочитание ушел из дома, где были две любящие личности, мать и супруга, аргунат Дасгасвами, которого не пускали и так далее. Конечно, можно возразить, что это очень яркие такие примеры, и не всем следует этому повторять, но <coughs> в любом случае тот, кто по-настоящему решает серьезно заниматься преданным служением Кришне, он может не переживать, что ему что-то нужно там вернуться и нагнать, так сказать, вернуть долги какие-то. Кришна великодушно его полностью избавляет от всего этого, позволяя ему, пожалуйста, не отвлекайся ни на что, просто служи мне. Тебе уже не нужно отвлекаться на все это. Я уже сам все это решу. Агам твам сарва папа и пьем От всех твоих грехов, имеет в виду грехов от того что ты не доделаешь ту дхарму, то обязательство все обязательства я тебя освобожу лично кришна обещает вот. поэтому преданный как результат полностью умиротворен вот. он умиротворен он не переживает он а, полностью поглощен служением а, господа вот как в случае с Амбаришей Махараджем а, за его удивительное преданное служение, где он все занял. Помните? В служении Господу Господь даровал ему лично свою Сударшана чакру, которая уже выполняла роль, которую должен выполнять царь. Она защищала его царство от всех врагов. Тут все дел... как сказать, все для тебя сделаю, лишь не отвлекайся от преданного служения мне. Вот такое настроение Господь проявил. Вот те даже мои личные сударшана чакра, которая вот это вот военное обязательство будет выполнять вместо тебя. Ты, главное, служи мне. Вот настолько. Вот Кришна тем самым дает понять, что преданное служение выше даже вот таких вот объективных материальных обязательств, если преданный очень искренне, твердо и по-настоящему утвердился в преданном служении, не является лицемером. Это, конечно, другая сторона. Вот. Поэтому э, утвердиться в сознании Кришны означает обладать духовным разумом, на основе которого у него возникает такая твердая вера, что у него, мне, мне достаточно служить Кришне, и все остальные долги будут выполнены автоматически, подобно тому, как поливая корень дерева автоматически удовлетворяются все остальные живые существа. Автом, автоматически, как в той истории, да, когда. Дурьодана подослал Дурва Муни, чтобы тот в неудобное время пришел к пандавам, когда Дропади уже попользовалась вот этим волшебным горшочком, вот, и уже невозможно было сказать горшочек вари, потому что она уже покушала, и тот уже не производил еды, а тот пришел гневливый Дурваса Муни, И не один, а 40 тысяч последователей, такая гикающая арава вместе с ним и всех нужно было по законам гостеприимства а, накормить. Mm -hmm. Так вот а, ну, Драупади быстро осознала это, потому что а, Дроупади быстро это осознала, а, как вот а, женщины домохозяйки, когда кто-то приходит в гости, они у них сразу же включаются, что надо а, принять, угостить, там накормить. Вот когда Супруга рассказывала, что когда, допустим, люди, друзья, семьями приходят на какой-нибудь там пикник на поляну, мужики сразу думают футбол поиграть, в речке искупаться, женщины сходу начинают думать: так, мужиков надо накормить. Вот, нужно, так сказать, порезать огурчики там и так, далее, и так далее, то есть вот в этом состоянии она находилась, да, что как мне эту ватагу накормить, ну и как полагается женщинам, как они решают свои трудности и беспокойства, как женщина решает свои трудности и беспокойства перед лицом каких-то трудностей, они начинают плакать, вот, они, она заплакала, но не просто так, вот жалея себя несчастную она стала молиться Господу, помочь ей, как он ей уже помог, когда ее пытались раздеть в собрании кауравов. Вот. Кришна, услышав искренние молитвы своей преданной, явился и поинтересовался, в чем дело, все ли у вас хорошо. Дропади рассказала, в чем дело. А, пандавы сообразили отправить вот эту большую толпу мудрецов совершить омовение, и к этому моменту мы сможем вас принять, потому что обычно после долгого путешествия значительно лучше заходит пища, просад, после того, как ты совершишь омовение. Вот. И Кришна спросил, ну если там что-то осталось в горшочке, чтобы я мог поесть. Да все съели уже почистую. Ну, в общем, дай мне. Там оказался один листик сабджи прилип, прилипший. Он съел, попробовал. И Ясмин Туштих, Джагат Тушта, да, когда Верховный Господь удовлетворен, удовлетворена для вся Вселенная вот это вот утверждение в ведах. И как результат, эти мудрецы испытали такое огромное пресыщение, что они поняли. Нет, пандаву мы не пойдем. Потому что если мы придем, они скорее всего нас накормят очень хорошо, вот, много наготовили, как поставят перед нами. А мы вообще даже крошки не можем в рот взять. И то, что мы не поедим, будет большое оскорбление. Вот, кстати, сегодня мы обсуждали этот момент, что если не принимать просад, это серьезный момент. И они настолько серьезно к этому отно относились, что решили, нет, лучше не пойдем даже вообще к ним. Помылись и хорошо, идем дальше. Не нужно нам это все. Вот так Кришна а, спас а, своих преданных. Вот. И а, это подтверждает вот эту философию, что полевая корень дерева, удовлетворяя только Кришну, автоматически удовлетворяются все его неотъемлемые частички. Это естественным образом происходит. По такой же научной формуле, как полевая корень дерева, насыщаются все его части. Так вот, вера, вот эта твердая вера Шрада преданного, основана на этом. Он понимает, что это не просто слепая вера, как какого-то недостойного представителя какой-нибудь религии, фанатичного такого, да, что он просто вот твердолобо верит и вот все, не, уби, не, не скажешь ему и слова вопреки, он как э, зачарованный, э, завороженный, повторяет все вот эти вещи, и от них не может. Вот. То есть его знание, его твердая вера основана на разуме, на философии. Он прекрасно понимает, как это все работает. И он всякий раз убеждает, убеждается, что это срабатывает. Это действительно так оно и есть. И как результат, он умиротворен. Он понимает, зачем мне куда-то лезть, переживать. У меня все есть достаточно для того, чтобы быть умиротворенным и как результат счастливым. «Ашантеся кутахсукам» – «А разве без умиротворенности возможно ли быть счастливым?» Более того, философское понимание такого предмета подкреплено вот этой а, формулой мира. Кто знает этот стих? 29. Да, правильно, 5.29. На него Шилпада, кстати, ссылается в этом комментарии. Дальше. И. Так. То есть вот эти три аспекта. Бхоктарам, по сам Кришна является Бхоктой, то есть наслаждающийся. Именно он наслаждается, а не я, не ты, не мы вместе, не гнинация. Наслаждающийся Кришной. Соответственно, все должно быть устроено так, чтобы он продолжал наслаждаться, чтобы корень продолжал поливаться. И тогда все будет хорошо. Сарва Лока Махешварам. Он не только наслаждающийся, но еще и контролирующий. Повелевает всем. Всеми планетами и всеми полубогами. Всеми так называемыми лидерами. Все подчинены ему. И все подчинено ему. И третий аспект. Сухридам Сарва Бхутанам. Он является лучшим другом всех живых существ. Не я со своей недоблаготворительностью, или там желанием спасти весь мир, или, так сказать, поддержать кого-то в трудную минуту какими-то материальными способами. Нет, именно Кришна. Поэтому, связав себя с Кришной, я делаю себе лучшую услугу. Связав людей с Кришной, я помогаю им наилучшим образом. Именно поэтому Читань Чаритамри это провозглашает распространение сознания Кришны как высший тип благотворительности. Пара Упакара. Самый лучший, самый возвышенный, наиболее возвышенный а, тип а, благотворительности. То, что ты можешь самое лучшее дать живому существу, это сознание Кришны. Напомнить ему о его вечном положении. Не спасти его тело, не помочь его ему уму какими-то психологическими методами и выкрутасами, а именно дать ему настоящее трансцендентное знание. Вот. Именно это делает человека умиротворенным. Вот эти знания трех аспектов. Кришна наслаждающийся, Кришна контролирующий, Кришна лучший друг всех и каждого. Он лучше знает, как каждому из живых существ помочь. И его а, мнение, как Господа Читание Мапробую, что самое лучшее, что сейчас нужно живым суще существам, это сознание Кришны в форме а, движения Санкиртаны. Где люди получили бы возможность слушать о Кришне, воспевать Святое имена и, и вкушать Кришну просад в перерывах? Да? Вот, вот это а, то, что принесет умиротворение в этом мире, и как результат люди будут счастливы. Но что произойдет с человеком, если он а, не пойдет по этому пути? Вот, Кришна, предвосхищая этот... Вариант произносит очень интересный стих: Апурьяманам очала пратиш там Самудрама пах правишанти я двад Тадват камам я правишанти сарве сашанти апнути накамаками. Здесь приводится аналогия, подобно тому, как океан, потому что он огромный, он вмещает в себя огромное количество он наполнен огромным количеством воды, то все вот эти втекающие в него реки не выводят его из равновесия. Никак. То есть ему по уровню воды, у него, как сказать, своя программа, как он существует. И втекающие реки никак не отменяют, не реформируют то, как существует океан. И подобно этому человек, исполненный сознанием Кришны, погруженный в сознание Кришны, постоянно Текущий приходящий поток желаний, которые могут появиться, никак его не отвлекают. И поэтому он умиротворен. Вот. Потому что он наполнен уже. Наполнен тем, что приносит ему счастье и удовлетворение. Поэтому ему не нужно ни на что отвлекаться. Вот он чувствует умиротворение. Но Саша Антимапноти, да, он по-настоящему умиротворен. На кама-каме. Но вовсе не тот, которые пытаются удовлетворять свои желания О пришло это желание, что же делать, что же делать, где бы это купить, кому бы подкатить, кого бы снять там сказать куда бы поехать да? куда пойти учиться и работать. Вот эти все вот раздираемые желания приходят, раздирают и мы беспокоимся, как их удовлетворить. все сразу по очереди и так далее человек не ведает умиротворение. То есть тот кто соглашается с желаниями, которые к ним приходят, Ему предопределено не испытывать умиротворение. Мира ему не обрести. И как результат ему не обрести счастье. То есть путь потакания удовлетворения своим материальным желаниям неизбежное, согласно этой формуле, это 2.70 стих, да, обрекает человека испытывать не умер... отсутствие умиротворения. И по формуле 266, которую мы разбираем, отсутствие счастья. То есть по такая желание, э, своим желанием человек не испытывает ни мира, ни счастья. Поэтому, если кто-то ⁇ Мы желаем вам счастья» да, вот, провозглашает. То есть нужно пояснять сразу людям, какого именно счастья. Ваш, э, ваше счастье будет связано с тем, что вам нужно будет отказаться от удовлетворения своих материальных чувств контролировать свои чувства, но мы вам обещаем, что вы не окажетесь лишенными чего-то. Мы поможем вам обрести высший вкус, мы вам дадим настоящее сознание Кришны. Но это сознание Кришны вы получите, обретете, если разовьете трансцендентное знание, как мы сегодня обсуждали, на основе того, что человек свободен от материальных ожиданий. И а, будете практиковать настоящее сознание Кришны. Вот. Тогда вы получите парамдриштва невартате. Вишаяви невартате, нирахараси дехинага, расаварджам, расаопеся, парамдриштва невартате. То есть мы вам обещаем счастье, мы желаем именно такого счастья. Но, пожалуйста, не думайте, что счастье, которое мы вам желаем, будет связано с выполнение того что вы сами себе надумали как счастье сначала мы вам вас научим что такое настоящее счастье И вообще такие семинары с этого должны начинаться да? то есть давайте договоримся о терминологии чтобы мы понимали что мы говорим об одном и том же что такое счастье и вот счастье возникает когда мы становимся частью счастья вечно счастливого господа мы разделяем его ананду он исполнен Ананды, и когда мы присоединяемся к этой Ананде, то мы тоже становимся счастливыми. А чтобы присоединиться к этой Ананде, необходимо стать квалифицированным, чтобы Кришна пустил нас в свое окружение. Таким образом, желая людям счастья, мы тем самым хотим, чтобы они стали настоящими, бесприместными преданными которых Кришна бы пустил к себе в свою ананду, в свое счастье. Но вовсе мы им не желаем счастливой семейной жизни, на взаимном удовлетворении эмоций и чувств друг друга. Мы не желаем материального счастья в форме материальных богатств. Мы не этого желаем. И это сходу нужно объяснять людям. Не нужно их водить за, за нас на недомолвках, так сказать. Мы говорим одно, подразумеваем одно, но пусть они думают, что это другое. Да, и чем дольше они будут в такой полуиллюзии находиться, тем нам же лучше. Больше людей будут приходить, денежки будут нести там, и так далее. Нет, Шилопропада четко и ясно прояснял вот, с первых же лекций. Вот если а, послушать его лекции, которые вот начали записывать в 1966 году, никаких вступительных, а, около, вокруг, так сказать, обходных а, проповедей он не давал. О каких-то мирских э, наставлениях, какой-то морали, что нужно быть э, добрыми, там, отзывчивыми и прочими какая-то ерунда мирская. Он сходу объяснял необходимости контролировать свои чувства вот этим хип хиппи, которые э, в полном бесконтроле чувства, на, чувств находились. Он сходу им говорил, что это необходимо, чтобы это, всем нам необходимо стать сознающими Кришну и так далее. Рассказывал истории, подтверждающие э, необходимость этого, связанные с рупой, сонатные гасами там и так далее, и так далее, показывая их как примеры отречения. И поскольку он излагал высшую истину, эта истина действовала, и ему не нужно было бояться, что, ой, меня не примут, вдруг, так сказать, я э, останусь неудел. Шукпа всегда понимал, что моя обязанность просто излагать истину такой, какой она есть. И примут люди, не примут. По крайней мере, я обязан повторять эту истину. Я выполняю свой долг, а результаты мне не принадлежат. Да? Какой стих вспоминается в этой связи? Ты имеешь право выполнять свой долг, но результаты тебе не принадлежат. Помните, да, такой? Помню. «Кармани вады карасты, мабхалешу кадачана» макармас хетурбхур матесанго ства У тебя есть право, все, что ты, на что ты можешь претендовать, это на а, что ты имеешь возможность выполнять свои предписанные обязанности. Вот это твое право, ты можешь это делать. кармани сте, твой декар выполнять свою карму. Мабхалейшу кадачин, ну результаты, придут они тебе или не придут, ты не можешь претендовать. Они могут прийти, а могут не прийти. Но в любом случае ты должен продолжать выполнять свою карму. Выполнять предписанную деятельность, карму. Вот. И в случае с преданными, их, это даже не карма, это, так сказать, трансцендентная деятельность. Будут нас слушать, придет целый зал, или придет 2-3 человека, мы точно так же подготовимся к лекции. И точно так же все, что хотели, искренне, с большим воодушевлением, расскажем двум-трем человекам. Это, сколько людей придет, это не мое собачье дело. Мое собачье дело – это, так сказать, рассказывать то, что я должен повторять за Шивопропадой и за нашей парампорой. Все. Не то, что «Ой, меньше людей будет привлекаться». Да это не, тебя не касается. То, что тебя должно касаться, это «Ты повторяй, пожалуйста, чистое послание». Вот за, об этом, пожалуйста, беспокойство. А не то, что вот сколько людей придет, сколько не придет. Это не твое дело. Вот. Гришна четко это говорит во второй главе Бхагавадгиты. Поэтому вот эти соображения о том, как бы нам вот видоизменить проповедь, чтобы привлечь больше людей, и как результат, к сожалению, это видоизменение влияет на ее качество, потому что она разжижается, да, становится разбавленной мутной водичкой, и концентрированно, так сказать, вкусного молока нет, и это уже какая-то белесая жижа становится, это уже тревожный сигнал. То есть преданный выполняет свой долг, он знает, что если я буду заниматься вот таким преданным служением, чистым, бесприместным служением, и сейчас наша миссия – это помогать Господу Читанима, чтобы его представителям Ачария проповедовать. Мы не проповедуем сами, мы просто повторяем, чему нас научили. Как Шилопропаде приведет пример, если мальчик спрашивает у папы, что это такое, он говорит, это, это микрофон, сынок. И тот мальчик идет к своим друзьям, говорит, это микрофон. Он дал совершенное знание. Это действительно микрофон. Все правильно. Он не обманул и правильное название сказал. Может быть, он еще не до конца понял, как микрофон действует, как это электромагнитные колебания вызывают импульсы тока и как они усиливаются, и потом это все слышно громко и так далее. Он мне это не может объяснить. Но он все правильно повторил. И этого уже достаточно для того, чтобы другие мальчики узнали, что это микрофон, который нужен для усиления звука. По сути, он все правильно сказал. Поэтому преданный особо не беспокоится в отношении того, какие будут результаты его проповеди. Он лишь повторяет искренне то, что он знает. И действуя таким образом, как совершенный инструмент в руках Шилбрупады, Господа Читания, он становится умиротворенным и удовлетворенным. Он по-настоящему становится счастливым. Вот это настоящий секрет истинного счастья, которому обязательно должно предшествовать умиротворение. А умиротворение возникает, как мы говорили, из философской правильной позиции. Он понимает свое положение, что ему достаточно преданным служением заниматься, и плюс ко всему он не позволяет своим чувствам вовлекаться в наслаждение, и как результат такого, казалось бы, сдерживания, он в итоге становится умиротворенным. Благодаря умиротворению он становится счастливым. Хари Кришна. Просто Уровень Брамабуты, в конце концов, потому что э, Кришна описывает Браман, Браманохи Пратиштахам, Шашвата Сеча -дхармася, Сеча. То есть, среди всех этих характеристик, э, которыми по своей природе обладает э, Браман. Нахождение на уровне браман в том числе, является то, что человек Браман явля, является источником вечного трансцендентного счастья. И поскольку Кришна олицетворение Брамана, то, соответственно, он является олицетворением счастья. Поэтому да, а Брама бута все правильно. А на каком уровне он Ну, есть, ну, вот есть 8-9 уровней. Это... От Шрады до Премы? Это происходит с уровня ништхи. То есть человек уже очистился от э, анартх, то есть очистился от влияния э, гун-материальной природы, и уже начиная с уровня асакти, он настоящие духовные эмоции начинает испытывать. За нишки, Начиная с уровня нишки, да, у него уже есть открытые двери перед ним, чтобы войти в царство духовного счастья. С этого момента, вот то, о чем вы в лекции говорили, вот это умиротворение. Да. То есть наступает вот Правильно. А Нишка это получается Махьяна Хигари. Да. То есть это начало Махьяна Хигари. До этого уровня такая Нишка. Да. Свой, нужно стать Махьянов Хитари. Правильно. В общем, все, кто Махьянов Хитари, они испытывают Ну, есть тоже, согласно Вишунат Чикраарти Такуру. А, Харинама Мачинтама, мне по-моему. А, Мадури Кадамбини. Вот он объясняет, что даже вот есть разные градации а, Мадьяма. Мадьяма Каништи, Мадьяма Мадьяма, Мадьяма Утам. Такой вроде градация. Поэтому только, не то, чтобы как только ты пересек уровень Мадьямы, все мгновенно стал сразу умиротворенным и счастливым. То есть это уже человеку предоставляется доступ к настоящему счастью. До этого он еще пока борется с анархами, со сквернениями, и его счастье это Фу, от этого отказался. Ой, хорошо без этого, и так далее. То есть его счастье это отказ от несчастья, отказ от того, что приносит страдания. Вот. И попутно Кришна периодически дает ему такие вот проблески настоящего вкуса, настоящего привязанности, но уже не прекращающиеся, вот такое постоянное влечение, а сакти уже после уровня ништы, когда он у, у, утвердился в твердой вере, когда он по-настоящему Мады Мадекари. То есть где-то я бы, следуя вот этой логике, я бы сказал, где-то посередине уровня Мады Декари. Посередине между каким и каким посередине, В средней части уровня Маде Мадекари. Потому что, как я сказал, Маде Мадекари это все равно такая тоже постепенно нарастающая. Но, а от нишки или от какого-то другого? А когда человек уже с уровня ништи движется в сторону Асакти. Нишка это нижняя планка например. Да. Да. А вот вы говорили, что с вот, практической точки зрения. Вот, там, есть человек, есть работа. Люди ходят на работу. И работа никому не нравится. На работе беспокойство постоянное. И как быть? Обычному человеку, то есть ты идешь на работу, а там беспокойство. То есть ты не можешь на работе, вот не получается быть внутренне. Вот когда ты не работаешь, ну может быть надо просто перестать работать, и как-то двигается Кришне, но как так? Но это момент... один из вариантов не работать и довериться Кришну. Тогда, чтобы тебе материально хватало, ты либо должен приучить свое сознание довольствоваться минимальным, даже при горшне риса. если вот такая вот тема на сегодня выпадает твоя доля. А, ну, либо так хорошо служить Господу, вот, так бесприместно, вот, подобно судам Випре, випре которому свалится вот, целый дворец и так далее. Вот, ну, так, утрированно говоря. Вот. Либо... <coughs> а, вообще, Кришна в Бхагавадгите большую часть объясняет необходимости все-таки выполнять свои предписанные обязанности. С этого начинается убеждение Арджуны, продолжать выполнять предписанные обязанности. Поэтому если работа является средством для выполнения моих предписанных обязанностей, поддерживать семью там, и так далее, то нужно многократно подумать, стоит ли от нее отказываться. То есть, здесь лучше учесть много моментов. И особенно если члены семьи тоже преданные, то перестать о них заботиться, это ставишь их в очень неправильное положение. Поэтому это однозначно не решить. Вот мне приносят беспокойство. Опять-таки, я ставлю себя в центр. Я счастлив, я работаю. Я несчастлив, значит, я не буду работать. Это материалистичный подход. Такого не должно быть. Преданный мысли так, что... Естественно, при выборе работы он не возьмет абы какую, то есть, допустим, не пойдет а, наемным убийцам, да, которые там за одну работу там сразу миллион отваливают. Но это греховно, он не будет это делать. Наркотики продавать тоже выгодно, между прочим, но тоже не пойдет, потому что это противоречит предным, принципам преданного служения. Он, как говорит Шелпропа, а, а, выполняет такую работу, которая а, как сказать, является благочестивой и негреховной. Да? Пусть даже это простая работа, но, по крайней мере, она не связана с грехом. Вот. Это будет первая стадия того, как избавиться от возможных беспокойств, потому что связь с грехом очень быстро начнет осквернять, и беспокойства будут быстрее приходить. Да? Можно включить? Потому что я уже почти не вижу вас. Вот, это первый момент. То есть нужно подумать, куда пойти учиться и работать, да, как звучало по радио в свое время. Вот, второй момент, это если выбрал такую достойную а, работу, посмотреть, если все-таки есть еще дальше возможность выбирать, чтобы а, условия на этой работе, а, в частности, вот, активное общение не оскверняло мое сознание. Желательно, чтобы минимум общения и по существу. Допустим, я разносчик, разносчик пиццы, мне сказали, вот пицца, там, Дениси, я приношу, столь, приношу столько-то стоит, спасибо, вот вам сдача, все, минимальное соприкосновение. По сути, без всяких обсуждений, посиделок, корпоративов, когда есть, знаете, некоторые люди вынуждены оказываться в этих корпоративах и стягивать свое сознание вниз. Вот, например, в той же Корее я рассказывал, как по вечерам после работы у них просто, как часть саданы, они идут напиваться по барам, по ресторанчикам. И поскольку это корпоративная этика, вместе с ними идут такие вот, ну, девушки разные там такие, которые никогда бы не бухали просто они просто согласно корпоративной этике должны просто туда плестись и пить. И так приучаются к тому, что потреблять алкоголь. Ну, молодые люди, которые в принципе особо и, и не пили бы, но вот из-за этой корпоративной этики тоже оказываются увлеченными. То есть посмотреть, это конечно яркий такой контрастный пример, но что-то подобное оценить, если что-то, что меня будет обязывать соприкасаться с чем-то чем деградирующим в этой работе есть ли возможность что-то изменить. Так вот, если человек что-то нашел, что более-менее подходит, помни о том, что все-таки в любом огне все равно будет дым, идеальных условий все равно я не найду себе. С другой стороны, вечных поисков не должно это, что-то я должен в конце концов найти, более-менее подходящее, то умиротворение, если ты выполняешь свою деятельность и помнишь о Кришне, это является совершенством жизни. Кришна говорит – Тасмат Сарвейшу Калишу, Мама Нусмара Юдхича. Поэтому во все времена, во всех обстоятельствах Сарвейшу Калишу, Мама Нусмара всегда помни обо мне Юдхича. И сражайся, говорит Унарджуни. Ну, это его было, дхарма. Наша дхарма ⁇ это то, что мы должны делать. Просто суть в том, что мы должны, по сути дела, все сводится к тому, чтобы научиться всегда помнить о Кришне. И вот это о Кришне будет нам держать на должном уровне сознания, и как результат мы не будем испытывать несчастье, беспокойство и так далее, которое будет выражаться в желании послать всех, бросить работу и так далее и так далее. То есть спутники Господа Читания, Мурари Гупта, допустим, он был юридическим врачом, вот. то есть он не зарабатывал себе там какой-нибудь там проповедью там и так далее, писал книги, он просто лечил людей. Иногда это было, так сказать, расстройство желудка, понос, что-то такое не очень привлекательное. Но он это делал, давал лекарства, там, и так далее, и так далее. Ну, Кто-то еще что-то, вот, э, э, как его зовут, Куловечий Шредара просто вот, ну, бананы и банановые листья продавал, вот. Ну, то есть, что-то такое э, простое, незатейливое, вот, ну, которым не приносило много денег, и источником беспокойства для кого-то стало бы, ой, это мне мало денег приносит. И от этого он становится нервным, а не от того, что вот ему неудобно эти бананы собирать. То есть здесь нужно много-многие вот этих моменты прошерстить и оценить, а в отношении чего я беспокоюсь, что мне причиняет страдания и что сподвигает меня бросить эту работу. Вот так вот я подытоживаю. Это вот когда мы объективно и честно, искренне это оценим, ну, если не получается, то, может быть, с помощью кого-то, поделившись сокровенным, рассказав о своем положении, то, ну, как минимум совместно можно оценить, увидеть, допустим, нет, в принципе, все нормально, и бросать не нужно. Вот если я брошу, что я лучше получу? Маленькие дети, жена ждет третьего, допустим. Вот как я их брошу? Я сейчас не время бросать. Предположим, такая ситуация. Поэтому этом не ставит свое счастье в центр. Нравится мне, не нравится. То есть, если есть объективное, то, что причинит вред моему сознанию Кришны, вот тогда нужно прямо резко реагировать. А если там, ну, как сказать скучно там, или там еще какие-то моменты, что-то мне не нравится. Ну, что делать? Надо делать. Вот таков материальный мир. Вот. Вот, допустим, я иногда чиню компьютеры, часто на полу, спина очень сильно болит, хочется просто полежать. Вот. Ну, необходимо делать, что делать? Ну и многие другие неудобства. Мы обсуждали на первом занятии, да, что в выполнении своей предписанной обязанности браманы совершают омовение зимой в Ганге. А жены, женщины продолжают готовить пищу на огне, на открытом огне. Даже в самое жаркое время. То есть тут не бросишь необходимость готовить. Да? Все будут злыми. Мужики, когда они голодные, они злые очень. Жены знают это прекрасно. Вот. Поэтому даже из-за инстинкта самосохранения они приложат усилия. Ладно, потерплю эту жару, но, по крайней мере, эмоционально у меня все хорошо будет. Когда мужик довольный, он добрый. Он добрый, так сказать, и слово доброе скажет, и так далее. Вот, ну, это уже там, в частности, детали семейных вопросов. То есть умиротворение все-таки происходит, если мы не позволяем нашим чувствам вовлечься в материальную деятельность, и тем более в греховную деятельность. Поэтому чувства не взбудоражены, поэтому возникает умиротворение, и это уже прямая дорога к настоящему счастью.

это с точки зрения ну, пропада также придет пример, что животные они на ногу не могут стоять и ждать, пока их увидят. Да. И пропадают, уже что я не угу. То есть что предметы покидают зону действий, это не будет проблемой Ну, Скорее всего. Да, да. А да. с другой стороны кто-то может сказать, ну вот, где же ваше смирение? будьте как прокладмахраш, будьте поковы с так далее. Ну, как а это совместить. Да. Угу. То есть вопрос был такой, что преданные, оказываясь вот как сейчас в зоне боевых действий, как им с одной стороны философия призывает не переживать о внешних материальных беспокойствах и в принципе высокого уровня преданные способны быть умиротворенными даже посреди всевозможных беспокойств, но с другой стороны проявлять здравомыслие и покинуть зоны боевых действий, которые представляют опасность жизни близким, о которых ты заботишься, тоже является очень важным. Да? Так вот, как правильно а, принять выбор? Ну, если человек один, то он имеет больше прав решать, проявить такое прохладомахараджевское, так сказать, смирение. То есть... А, и если он видит, что ему все-таки не удается остается, оставаться умиротворенным посреди всех этих а, коллизий и так далее, то ему следует все-таки искренне признаться, что он еще пока не на уровне прохлады Гараджа. Поэтому лучше все-таки ну, уйти с этого места. Вот. Ну, это делали даже великие преданные, да, что вот, а, Санат на Госвами, у нее есть Баджан Кутир, на, на Гавардане, рядом с Манасаровары э, озером. Так вот, <coughs> там в свое время его донимали комары. Вот. И он решил вообще уйти оттуда. Невозможно читать джапу. Даже санат на Гасвами. И тогда Господь Шива явился ему и сказал, все, в этом месте не будет комаров, пожалуйста, оставайся здесь, мне нравится, что ты здесь находится, там рядом находится, а место, где обитает Господь Шива. Вот. Ему было очень приятно, что такой великий преданный находится там. Вот. И комаров потом как не бывало. Ну, потом, правда, не появились, я там лично mm -hmm. <laughs> испытывал на себе. Но если, допустим, отойти от этих таких очень возвышенных и околомистических таких историй, да, которые там не, это, не докажешь, не проверишь, но в любом случае преданный должен объективно оценить свой уровень. Может он все-таки сохранять правильное осознание умиротворения и сосредоточенности на Кришне? Или все-таки это его отвлекает? Если он может посреди рвущихся бомб, снарядов полностью быть погруженным в сознание Кришны, ну, в конце концов, это его право. Я его, предположим, не могу заставить уйти. Но если он при этом несет ответственность уже за других, которые без него точно не смогут нормально уже жить... И тут не, как сказать, не следует вспоминать, что Кришна поддержит всех, ничего страшного. Вот. Но все-таки это твоя прямая обязанность, то тут уже не стоит оценивать чисто со своей одной точки зрения. Что я, допустим, смогу без проблем жить, питаясь столько-то, или если нам необходимо куда-то идти, то я смогу без проблем 14 километров пройти пешком. А вот маленькие дети не смогут пешком пройти 14 километров. То есть нужно тогда учитывать, знаете, как есть такая поговорка, сила всей цепи, крепкость всей цепи оценивается силой самого слабого звена. Потому что слабое звено порвется, вся цепь порвалась. Правильно? Поэтому здесь нужно все-таки учитывать возможности и способности зависящих от нас людей член нашей семьи и так далее поэтому вопрос опять-таки комплексный здесь не может быть такой дилеммы либо так либо так нужно объективно оценить свою квалификацию и свои способности но лучше и полезнее не нарываться я бы сказал на вот такую опасность то есть есть ли какое-то объективное прямое положительное предписание для того, чтобы а, быть в сознании Кришны, нужно обязательно оказаться в зоне боевых действий. То есть такого прямого наставления нет. Для усиления сознания Кришны нужно, чтобы вокруг рвали, рвались снаряды. Но ну, нет такого. Поэтому <с, <Nexus> а, с этой точки зрения у меня, у меня меньше возможности заниматься преданным служением. Некому проповедовать Люди разбегаются Преданные тоже стараются уезжать Давай, конечно, тогда перееду в то место Где все-таки преданных побольше И людей побольше и Они склонны слушать сознание Кришны А не то, что вот они Да пошел ты, Кришнаид У нас тут жизни угроза То есть, ну, это не каждый сможет там И сам оставаться в сознании Кришны И еще сознание Кришны других Культировать и поддерживать Поэтому все сводится к объективной и честной способности оценить свой уровень. Такой вывод я делаю. Да? Угу. Вот что у вас? Если вдруг вопросы. Я сейчас взгляну. Если у нас онлайн вопросы. Если таковых нет, то мы закончим. Нет, вопросов нет. Благодарен всем преданным, которые слушают. И онлайн. Спасибо большое. Давайте тогда закончим. Грантарад Шимат Бхагавад Ки Чай. Самавета Гора Бхакта Вринда Ки Чай. Шилапрапада Нитай Гор Примананды Хари Хари